острый цистит у женщин. Почти все женщины знают, что такое цистит. К сожалению, многие это знают на собственном опыте. Заболевание проявляется неприятными симптомами и острым началом, резко стартует. Некоторые связывают появление цистита с сезоном, острой респираторной вирусной инфекцией или периодами ослабления иммунитета, как общего, так и местного. Все-таки что же такое цистит? Цистит – это, во-первых, воспалительный процесс. Локализация. Во-вторых, обычная для циститов – это внутренняя оболочка мочевого пузыря. Здоровый эпителий мочевого пузыря довольно устойчив к различным бактериальным агентам, так как специальный эпителиальный покров и муциновый защитный слой препятствуют внедрению инфекции. Острый цистит у женщин развивается в результате нарушения этой защитной реакции. Причины острого цистита. Выделяют несколько причин острого цистита, даже множество причин острого цистита, которые можно разделить на несколько групп. Первая группа причин, которые вызывают острый цистит, это инфекционные агенты. Различные. Могут быть инфекционные агенты, которые вызывают заболевания, передающиеся половым путем, могут быть другие бактериальные инфекционные агенты, но вот инфицирование половых органов может привести и к развитию цистита. Вторая группа причин – это снижение резистентности стенки мочевого пузыря. Третья группа причин – это механические причины. Вследствие, например, операции, которые были проведены на мочевыводящих органах, либо на шейке матки, либо просто на органах репродукции. Кроме того, может быть причиной застой мочи в мочевом пузыре. Это может быть при нарушениях иннервации мочевого пузыря, это может быть, например, при опущении стенок влагалища и шейки матки, и матки. И при других заболеваниях. Это может быть группа причин, которая связана с элементарными несоблюдениями правил интимной гигиены. Может быть переохлаждение, кстати, всегда пусковым фактором в развитии острого цистита почти всегда является переохлаждение. Авитаминоз, нарушение гормонального характера, например, прием гормональных контрацептивов, или беременность, которые снижают иммунитет и может развиться цистит. Кроме того, цистит очень часто наблюдается после полового контакта. Непривычная микрофлора партнера может провоцировать воспаление. Рассмотрим симптомы цистита. Как я уже сказала, что заболевание наступает остро, как правило, после переохлаждения или купания в непроверенном источнике или в холодном источнике. В общем, очень частый пусковой механизм – это переохлаждение. Но также может быть стресс, вирусные инфекции и другие причины. Признаки цистита у женщин, то есть симптомы цистита у женщин. Частые позывы к мочеиспусканию. Резы при мочеиспускании. Вот резы при мочеиспускании, после которого не становится легче. Основной симптом острого цистита. Мочеиспускание малыми порциями. Боли внизу живота и промежности. Возможно изменение цвета мочи за счет изменения прозрачности. Мутные, вот как хлопья появляются в моче. Но и крайняя степень выраженности цистита – это кровяные выделения, примесь крови в моче или гноя в моче, и повышение температуры. Это признаки развития тяжелой степени цистита. Чтобы понять, как и чем лечить острый цистит, назначаются определенные диагностические мероприятия. Обязательно назначается общий анализ мочи.
Моча Паничупаренко. Бактериальный посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам. Общий анализ крови, чтобы понять, насколько выражен, насколько воспалительный процесс оказывает влияние на организм. Возможно, обследование на крови на определенные инфекции: сифилис, ВИЧ, гепатит С, гепатит В, хламидиоз, уреплазмоз и другие. Инструментальные исследования – это УЗИ почек, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ малого таза, цистоскопия, цистография по показаниям, естественно. Лечение цистита у женщин. Врачи обычно назначают антибиотикотерапию и обильный пищевой режим. Желательно, конечно, провести в процессе лечения, провести анализ все-таки мочи на бактериальный посев с определением чувствительности к антибиотикам. Но так как цистит явление острое и резко нарушающее качество жизни, антибиотикотерапию нужно назначать сразу, потому что бак-посев делается в течение недели, а то и более. Поэтому последствия после получения результата бак-посева проводится коррекция лечения. В основном при остром цистите применяются, как я уже сказала, антибиотики, спазмолитики, препараты, повышающие иммунитет, то есть иммуностимуляторы, либо иммуномодуляторы, препараты, которые назначаются с целью профилактики кандидоза, если антибиотики назначаются в таблетках и достаточно длительное время, фитопрепараты и, естественно, режим, питьевой режим и режим питания, который исключает острое, соленое, копченое, маринованное, перченое, в общем, щадящая диета. Питьевой режим включает в себя не менее, употребление не менее 2-2,5 литров воды или отвара брусники, толокнянки. Из антибиотиков наиболее эффективны и как бы наиболее популярны манурал, нолицин, бисептол, противовоспалительный препарат канифрон, систон. Из спазмолитиков применяют ножку, спазган, спазмолкон и другие. Из фитопрепаратов применяют фитолизин, например, и другие. Кроме антибиотикотерапии назначаются восстанавливающие микрофлору препараты. Используются нефропротективная терапия, препараты на растительной основе. Можно применять специальный почечный чай. Профилактика острого цистита. Первое. Избегать переохлаждения. Как я уже сказала, пусковой фактор, как правило, все-таки это переохлаждение. Второе, своевременно лечить инфекции, которые передаются половым путем, и другие инфекции мочеполовой системы. Чаще всего цистит вызывает кишечная палочка, но могут вызывать и другие микроорганизмы, в том числе бактерии и вирусы, и инфекционные агенты, которые передаются половым путем. Третье, соблюдение правил личной гигиены. Четвертое. Не использовать тесное белье. Пятое. Регулярно менять гигиенические прокладки. Шестое. Я бы сказала, постоянный половой партнер. Прогноз при цистите. При своевременном лечении острого цистита прогноз благоприятный. При переходе острого цистита в хроническую форму могут быть серьезные осложнения, такие как пиелонефрит или воспаление околопочечной клетчатки. Поэтому при появлении симптомов цистита острого, подострого, либо эпизода обострения хронического цистита, который характерен резями при мочеиспусканиями,
болями внизу живота в поясничной области, неудержимыми позывами к мочеиспусканию и тоже, которые сопровождаются болями внизу живота. Могут быть симптомы интоксикации, повышения температуры, мутная моча, иногда примесь крови в моче. Обязательно обратитесь на прием к специалистам, гинекологу, венерологу, урологу для предотвращения осложнений данного заболевания.